Это вот что сейчас? Инсталляция, да? Слушай, козы, гуси были же. Мы козу кормить. Да. А где они? А зачем обход ходить? А? Зачем обход ходить? Какой обход? Я говорю, зачем вам обход ходить? Ну мы коз кормить пришли своих. Вон у нас. Ну послушай, я не стану у ворот, зачем ходить так живой? Ну здесь ближе, а где козы? А где, собственно говоря, козы и гуси? Откуда мне знать, где ваши козы? Ну вы же здесь каждый день. Вы же здесь. На территорию, наверное, ходишь. Ну они живые хоть. Ну посмотрите, сейчас я выйду. Это ваши, да, берите. Нам они не нужны, там зачем они? Да? Мы территорию охраняем. Козлом можете забрать. Слушай, я из дома рисунки возила. Ну это как решат вопрос, никто ничего не забрал отсюда, так они решат вопрос с судом, будут все за... Вчера суд был, говорят. Вчера суд был, вроде бы, но и до нас ответа не дошло. И до вас ответа не дошло. Я понимаю. Да. Как бы... мы не знаем, что... Чтобы никто лишний не заходил сюда. Ну, я согласна. Ну, я не знаю, инструмент привозил. Ну, это вот когда они... Там одеяло, там, собственно говоря, холодно сейчас, тоже свои. Я не могу не взять свои. Сейчас пока не можем. Пока нет. Не их, не мой. Даже ну, свой не может. То есть никто ничего не может. А когда можно будет? Когда суд решит, либо вы проиграли, либо выиграли. Если он скажет, вы выносите свои имущества, то когда вы можете зайти? А просто Ирина Юрьевна пока не хочет суд выносить. Не хочет сама? Ну она как говорит, я это здание типа не отдаю, а там она по долгам думает, у нее забирают. Она хочет выиграть его. Она суд хочет выиграть. Из-за этого и не забирает. Но она суд уже не выиграет как. А почему? А давайте что они выиграли. Мы уже один раз проиграли, второй раз тоже на походу. Если бы выиграли, они вчера здесь были бы, я думаю. Ну, на торгах выкупим. Или выкупить надо за эту сумму, которую стоят это долги, там 11 миллионов или что-то. Здесь главное вот именно атмосфера, конечно. Что художники приезжают. Вот этот денег стоит. А это... Не надо было задолженность делать, это сам виноват получается. Мосэнерго же задолжен. Если задолженности не было, ничего не было. Это все из-за задолженности за свет. Мы вообще чок, которые пришли на пустое помещение, чтобы здесь не разворвали. А почему людей выгоняли так? Это Катков, ну, наверное, выгонял. Как бы, мы там не были. Мы не выгоняли. Катков выгонял, наверное. Говорят, больно жестоко. Больно жестоко, да. Меня не было там, но... Этого мы не знаем. Мы пришли, уже пустое помещение, все за территорию было. Нам как бы нас поставили. А почему девушки жалуются, вот поставили? Кто кошельки, кто и золото? Да, сейчас это... кошельков не золото. Не дали забрать, говорит. Вот так это... можно? Почему? Это уже они пускай суд подают, доказывают, что было, не было. Нас отправили пустое помещение, потому что мы ничего не понимаем, чтобы никто не заходил. И все. Мы наоборот здесь по ночам ходим, кто-то лазит, не лазит, смотрит. Ну я думаю, что деревенские лазят, там в открытую калитку. Кто-то явно лазит, мы его никак поймать не можем. Он это помещение лучше нас, лучше, по-моему, вас знает. А вы не найдете здесь, тут знаете, сколько ходов? Да мы можно уже... в одно зайти, в другое выйти. Мы уже столько комнат нашли, которые я даже не думал, что такие комнаты тут есть. Были моменты, что мы находили здесь окна открыты, мы их закрывали. Да? Как бы мы их закрывали, убежали через окна. А, можно же, знаешь как, через черный зал, а там есть окно открытое, и через верх спуститься вот сюда. Вот это окно, когда я уже пришел, все помещение к нам направили, я проверил, вот окна были закрыты. И вот недавно, на днях, думаю, опять сейчас проверю окно, смотрю, окно открытое. Как бы. Он, видимо, прикрыл просто ее и все. А вы что, прям у вас настоящие? Есть еще? Да, ну у нас разрешение за всеми делами. А что, когда у него поймать? Шлёфта любая. Так увидеть бы его сперва. Он как тень. Нигде не видно, не слышно. Вы другим скажите, чтобы никто не лазил сюда. Не закройте. Потому что мы здесь видим кто-то чужой. Ночью кто-то залазит, потом... Если мы кого-нибудь стрельнем, потом... Не, ну ночью... Ну не закройте. Зачем она открыта вот так? Мы просто каждую ночь на территорию... Если кто-то здесь ночью будет лазить, мы его спутаем с вором каким-нибудь. Потом постреляем, не дай бог, потом будут говорить, что мы виноваты. А так мы территорию охраняем, мы имеем полное право, кто зайдет сюда. Ну как? Если суд еще не закончился, как можно это... Не, надо спускать. Вот, надо мы сами хотим, чтобы определились. Или это Каткова здесь забирает, или Ирина. Как они определятся, тогда будет все понятно. Да. И мы уйдем, скорее всего, отсюда. Нам тоже, честно говоря, не очень нравится здесь сидеть.
наверное, деньги платят нормально. При чем тут деньги? Мы работу выполняем. У нас помимо этих объектов много объектов по Москве. Нам легче в Москве сидеть, чем здесь. Мне здесь очень скучно. А что, телевизор нет? Просто людей жалко, вот те, которые приехали и вот вещи оставили. Mm-hmm. Вот это несправедливо. Вещи, я думаю, здесь дадут забрать, как определяться. Вещи как в здание его, вроде бы, а вещи он не может так себе забрать. Да, конечно, вот сюда оборудование. Вещи за дорогу. Вещами просто здесь, наверное, с полицией придут, наверное, не знаю. Ну а вот окна они меняли, пирамиду делали, это же большие унитазы, раковины, души. Вот это я не знаю. Это уже как суд, наверное, решит. На 11 миллионов спишут. Это... А почему 11? Там же долг всего полторы остался. Не знаю, говорят, 11. Мы-то не знаем, мы просто как слышали сумму говорим. Просто слышал ты. А сколько там? Оборудование художников, там у Маши Пулетовой. Краски там, собственно говоря. Да, станок у нее только стоит, наверное, около 100 тысяч, я думаю, такие, которые не везде. Первый раз, когда мы сюда приезжали, сказали, заберите вещи. Потом мы, нас забрали в полицию. После этого могли бы все забрать отсюда. А все решили до конца. Наоборот, свое же имущество теряет. Свое имущество сами теряете, получается. И вот за это все уже тянется. Как за это суета пошла, надо было уже основные свои ценные вещи отсюда вытаскивать. Когда полностью определяться, можно было и обратно все забрать. Ну вы знаете, художники, они беспечны, они как дети. Ветреные. Не ветреные, они немножко в своем мире. Куда ветер дует, ту сторону рисую, да? Ну не с Москвы точно. Чего? Ну если говорят, по ночам кто-то лазит. Да местные. Местные просто местные. Может узнали, что здесь. Либо уже... местные, но мне либо больше шукает за красую, кто здесь работал. Кто или работает. Кто-то знает просто закрыть без света. А здесь и нет было. Да нет никого, тут никого, все, кто работал. Ну, вот... там, здесь же волонтеры в основном работали. Здесь ну, не было постоянных. Значит, местные, может, из молодежи. Ну и волонтеры, это же художники, они ниндзя, чтобы красться в ночи, прятаться от вооруженных людей. Не-не-не, среди них из художников никого нет. Зная, что у каждого есть оружие, и вот так вот смело ходить, это явно отморозок. Да.